Депутат Госдумы Ольга Пилипенко посетила Малоархангельский район. В ходе рабочей поездки она оценила реализацию национальных проектов. В Малоархангельской школе Пилипенко встретилась с педагогами и учениками, а также посетила Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», а еще вручила подарки школе. Приятно отмечать то, что национальные проекты в сфере образования, в частности строительство точек роста, реализуются в нашем регионе. Практически в каждом районе появились такие центры. И с участием непосредственно, конечно, администраций самих районов и администрации Орловской области. Но, тем не менее, вот хочется отметить, что это в первую очередь стимул для детей раскрыть свои способности. То, что было доступно детям ранее только лишь в крупных городах больших, есть теперь у нас это современное компьютерное оборудование, квадрокоптеры, 3D-принтер и многое другое. Хорошие инструменты электрические. Дети с удовольствием ходят, посещают эти занятия дополнительного образования. У нас работают 9 кружков.